Ну, начнем. Солнце и тьмы! Это пыль никогда не получится. Так умрут все неверные.
Никогда не знаешь, когда пригодится. Это ты трехпалый Хуадив? Я от Ванаши. Что случилось? Надули меня вот что. Ванаша похлопала ресницами, повиляла задом и посулила сокровища. Расчистите дорогу, сказала. Проберетесь мимо стражи и продырявите пару душ. Плевое дельце. Она там под землей поджидала это клятое чудовище. Вечно меня смазливые бабенки за нос водят. На вас напали из-под земли? О, как ты догадалась? Я-то подумал, почему Кархатьмы не стерегут перевал? А им и не надо. У них там вместо стражи демон Камниет. И вылазит из-под земли, разевает пасть и начинает плеваться вот такими каменюками. Едва ноги унес. А вот остальным не повезло. Я бы даже всплакнул. Не будь они законченные проходимцы. Почему ты решил, что Ванаша обманула? Мы пришли, потому что польстились на щедрые награды. А она предложила самую щедрую, до старости хватило бы. Да я и сам виноват, что клюнул. Мог бы и понять, что так недолго и башки лишиться. Значит, Ванаша хотела увести нас с Ади и Итамана, но ничего не вышло? На словах у нее все звучало так просто. Найти короткий путь к озеру. Ну и, конечно, что может пойти не так? Да все, что хочешь. Вот, к примеру, можно угодить в пасть мерзкой хищной твари. Скоро здесь будет Ванаша с Насади и Итамином. Мне нужно скорее уничтожить эту тварь на перевале. А ты умом не блещешь. Но... Она нас быстро разметала, но кое-что я разглядел. Она вся бронированная, но сзади брони поменьше. Когда уходит под землю, надо замереть, может сработать. Можно даже помешать ей зарыться, если как следует вдарить ей по ее кривым лапищам. Больше мне нечего сказать. На твоих похоронах буду иметь скорбный вид. До третьей чарки. Вот тебе и скрытность. Мне это нужно.
Клянусь солнцем, даже не верится. Я думал, этот камнеед сотрет тебя в пыль. После такого чуда остается ждать. Скоро прибудет Ванаша и лодка для того, чтобы переправиться на тот берег. А, юная охотница, я рада, что ты согласилась мне помочь. А где же твои люди? У тебя вид, будто тебя пожевали и выплюнули. Ну, в общем, именно так оно и было. Путь свободен. Идем? А ты всегда сразу переходишь к делу, умница. Надо спешить, будет погоня. Не бойтесь, ваша лучезарность. У вас прекрасная охрана. Ух ты. Вот и карха тьмы. И они на меня очень злы. Я их задержу. Спасибо тебе, конечно, но раз я это начала, я и закончу. Хотя от помощи не откажусь. Хуадив, веди Итамина и госпожу на берег. Бережно. Сейчас начнется. Должна признать, после 2 лет под пятой этих фанатиков, я буду рада пролить чью-то кровь. Ловушки бы не помешали. Рано или поздно. Укройся наверху, вон за тем камнем. Вот они. Что ж, давай их накажем. И готово. Еще пожаловали. Приготовься. Первый удар. Боюсь сглазить, но вроде это все. Что-то вы припозднились. Простите, лодка ждет. Вот я и сглазила. Этот мой. Идите к лодке. Это, боюсь, мне уже не по зубам.
Если с ней что-то случится, я очень рассержусь. Никуда мы не пойдем. Thank you.
Возьму в дорогу. На прогулочную лодку не тянет. Что ж, выбирать не приходится. Давайте, залезаем. Это большое дело. Может, война теперь завершится? Может, но моя война не закончена. Теперь ты дома. Тебе нечего бояться. Теперь ты под защитой дома солнца. Моей защитой. И твоя мать. Ее не тронут. Ведь мое слово – закон солнца. Элой, ты делаешь для дома солнца так много. Твоя помощь поистине бесценна. Мы будем вечно благодарны. Благодарю тебя. Пребывай в свете. Вот так вот? Я 2 года готовила их побег на Запретном Западе, а вся слава рыжий. Мне-то хоть заплатят? С тобой я поговорю еще. Без тебя я бы не справилась. В другой раз я отблагодарю тебя. Обещаю. Делаю запасы.
одиночке! Не дадим отпор, нас порубят на фарш! Это я приберегу. Можно расслабиться.